холодно, ё-моё, погода вообще не радует. Ребятки, вот это быстро подвинем. Вот, то сейчас по всему этому растащим. Поставь его так. Я сейчас тогда эти куда заберешь, пожалуйста. Ну что, разок хотя бы проедешь? Что, ставить 18-ку Ники Томпсон? В этом, ну куда же, ну что, конечно. Ники Томпсон? 18. Так его и ставит, да. Какой размер спереди у нас? 1,2, то что делай. Пока ставь. Давай, на счет. Вперед. Давай, давай, давай.
Так, вот этого смотрели, 2-2-2. Не создавали большого сопротивления. Нет, не смотрели. Итак, пробот, объем двигателя составляет 8 литров. Вот, чувствую. Если тебя давай сделаем так. Не, давай 109 дольем. Я сейчас, в принципе, квалификацию откатаешь, он стабильно едет. Давай сейчас. Не 10 выйдем. Ну так давай 109, налей мне 10 литров. Мне хватит сейчас. Я пару раз. Конечно. Давай, скажи. Так, ну что, прошел первый день квалификации в Нижнем Новгороде, чемпионата России, и также Кубка Приволжского края, кажется, так он называется, да? ПФО, да. Вот, соответственно, что могу сказать, проехал я на Порше Турбес, улучшиться не удалось, поскольку в Минске у меня было 10-0, сейчас здесь 10-1. Почему? Ну, не знаю, может быть, и клей играет такую роль. Хотя завтра попробуем улучшиться, потому что, в принципе, очень хотим выехать из 10. Что касается Lamborghini, соответственно, проехал всего 3 раза. Один раз что-то такое 9-4. Второй раз у меня покупка незащитная, потому что я, так честно скажу, немножко тупанул на старте. Больше 10 секунд ланч не включался. Вот, незащитная была попытка. Третья попытка 8,7 проехал, но у меня порадовала скорость на выходе 282. Моща есть, поэтому сейчас будем бороться с тем, чтобы не проезжать 9 секунд, поскольку в моем классе FSL нельзя проезжать быстрее, чем 9 секунд. Поэтому надо будет чувствовать педальку и, может быть, к концу финиша отпускать ее. Вот. Ну и попросим, может быть, заключительным заездах, попросим, чтобы нам разрешили там выехать. Ну, все-таки очень хочется из 8 попробовать, тупануть. Но она буксует дико, не знаю, почему такая история. Вот. Пробовали на Микки Томпсон поехать. На Микки Томпсон тоже она буксует. Сейчас поставил Toyota 3-8, она поехала лучше. Но единственное, что она подпрыгивает ввиду неравномерного зацепа. Будем надеяться на завтрашнее утро, что будет зацеп лучше, потому что трассу сейчас вечером еще раз прорезинит, вот, почистит, проклеит. Поэтому на самом утра надо быть в боевой готовности. Поэтому сегодня только пиво и совсем чуть-чуть.
давай, здоровайся, давай, заходи. Посмотри на него, как он стоит, какая стойка-то, раз! Третья тоже нашел. Оба. Ура! Спасибо! Я целую твои мысли. Да, целую твои мысли. Третье место тоже результат. Все нормально. Что, поедем? Что, Тарас, давай тебе еще раз поздравляю. Тебя поздравляю с Тарасом Красавчиком. Давай, пока. Все, до свидания. Ну что, у нас завершился этап чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу. Я слишком много раз это сказал за сегодняшний день. В общем, команда выступила довольно неплохо. В частности, Августин наконец пробил 10 секунд на Порше, проехал 9,9 секунды. Вот, это очень достойный результат. Не сразу у него это получилось, он много попыток сделал и в конце концов получилось. Олег улучшился на RS7, проехал 10,10 тысячных, что тоже является, мне кажется, может быть, даже рекордом мировым вообще среди всех RS-ок, надо посмотреть повнимательней. Что примечательно, раньше Олег ездил на этой машине на турбоките одного другого тюнинга Телье, который я не буду называть. Там были огромные турбины, огромное давление наддува. Но машина ехала также 10-10. Сейчас машина на заводских турбинах Stage 2 ездит, в общем-то, довольно стабильно, 10-1-10-2 максимум. Что еще? Ламба проехала 8,7 и 280 с лишним километров в час на выходе. Были кое-какие сложности технические, но, в принципе, все это легко поправимо. И я думаю, что в скором времени на следующей гонке уже
будет движение вперед по времени и по скорости, опять же. Что еще было сегодня? Олег на М6 выехал из 11 секунд, показал 10,9, а потом даже 10,8 проехал на белый М6, зацеп появился наконец. Тарас показал какое-то феноменальное время на Audi R8 V10+. В общем, до этого он говорил, что у него лучшее время получалось 11,2. Я ему сказал, это абсолютно несерьезно, нужно выезжать и тестировать. В итоге он выехал, сначала проехал 11,0, потом 10,9, 10,8, и в итоге под конец дня лучший результат он показал 10,5. Что вообще очень круто для полностью стоковой R8. До этого Тарас выехал на Ягуаре первые два раза более-менее нормально, на третий раз зацеп был такой, что редуктор Ягуара приказал долго жить, и, в общем-то, машина поехала ремонтироваться. Агапов на Ламбе, ну, кстати, тоже он улучшился, у него не было такого времени, 9,6 проехал на Ламбе, на желтой компрессорной. В общем, тоже, в принципе, 9,6-9,7 ехал там довольно стабильно. Для 800 сил хороший показатель. Значит, Тарас занял первое место в ФСЛ. Агустин третье, Олег второе, Тарас первое. По-моему, в ФСЛ так было. На пути улучшения результатов на R7 Олега начали полностью разбирать салон. Вытащили сиденье и начали снимать обшивки в багажнике. И в багажнике нашли... В общем-то, какой-то предмет вот такого размера, замотанный в полиэтилен, обмотанный скотчем. Как выяснилось, это нож, который Олег провозил через границу, чтобы таможенники, в общем-то, не спрашивали ничего, который был благополучно забыт. И Олег вообще думал, что потерял давным-давно этот нож, а он, в общем-то, обнаружился. Какая мораль всей истории? Облегчаться иногда хорошо. Можно найти неожиданные подарки. Я этого не говорил. Видит Бог. Но завершу я таким образом. Олег Зайцев на пути в Москву. Гоша куда-то уехал с Тюриковым в непонятном направлении. Все отдыхают, все бухают, но не механики команды Гоши Турботех. Чем они занимаются? Дай сюда. Они занимаются следующим. Они готовят машины к погрузке. Абсолютно трезвые, прошу отметить. Да, Эдик? Да. Пока трезвые, говорит Паша. Вот все тут грузится. Вот, кстати, РСК, и вот Миша, я обнаружил тот самый нож. Да, я сейчас заматываю нож обратно и в то же место прячу его. Понял. Очень сильно разобрали. Вот так это все выглядит. Это примерно треть машины, которые приехали от Гоши. Вот, прикол дня. Я не буду произносить этот слух, вы просто прочитайте это слитно, скажем так. Это довольно неплохо описывает Агустина. А зачем вы делаете эту пленку? А для того, чтобы влаги не залить все электронные блоки управления. Такие молодцы, а? Гуга требует сраманную долю. Слушай, я выбиваю вам на самом деле премию, сейчас показываю, как вы трудитесь, что вы не бухаете, босс уехал, а работа идет. Где вы такого видели еще? Обычно босс уехал, все начали бухать. Ну, Паша, правда, сейчас поедет девочек катать на РСК. Я уже на всем перекатал. Уже неинтересно, да, Паш? Конечно. Ты, дорогие гости, что вы? Слушай, вы не дорогие, вы частер для РСК, какие гости вы? Это Дима Саморук. Дорогой мой, лет через 15-20 мы с тобой раз 10 должны переписать историю российского драгрейсинга. Ненавижу это словосочетание, переписать историю. Слишком пафосно. Короче, построить столько машин и выступить в Европе. Во-первых, привезти всю Европу сюда. Здесь им показать, на что способны наши болиды. Потом поехать туда, и там показать, а потом поехать уже в мир. И это все в наших руках. Давайте. Все, Машенька, давай. Все, счастливо, Дим. Все, поехали. Гурамчик, я тебя обнимаю. Виктор Владимирович. Давайте. Все, парни, я поехал. Давай. По факту. Ну, вот на самом деле, вот так работаешь, да, ведешь, а потом ночью еще грузить приходится, да, что-то. Гоша, а как быть? Грузчиком работаешь? 6 лет? До нашей эры? Сейчас начал подрабатывать ведущим. Нет, давай еще раз, дубль-2. Вот так вот работаешь, делаешь для людей гонки, а по факту грузчиком. Сколько лет уже? Ну, уже 3 года.
Три года. Только что 6 было, что случилось? Да, ебал ты! Не, ну что-то надо. Не, ну так типа с детства, с 3 лет. Нет, 10 лет было, первый ящик поднял.